Фамилия? Зайцев. Постой, а ты разве не... Да я все понимаю. Все эти ваши дикие проблемы. Как вам нелегко живется с нами, баранами, женой, стервой? Чего? Поэтому у меня для вас два варианта. Первый, плохой. Вы принимаете у меня экзамен и возвращаетесь к этой дикой рутине. Или хороший, подождать пару секунд и покончить со всем этим к чертовой матери, а? Смотри, какая, а? Лепешку, давай! Скучный вы какой-то, но все равно спасибо.